За мной, ребята! Опа! Эй, эй, подождите, мы же свои! Ну подожди, это стендап, тебе говорят! Мы свои из стройотряда! Куда же вы? Опа! Не спеши, друг! Ты еще пригодишься искусству. Эй! А вы уверены, что это самая прямая дорога? Прямые дороги? Не всегда самые близкие. Ребята, сюда! И была у нас эта песня на двоих одна любовь. Мне же тепло, а каска, каска светлая своя. Как жили на этом свете, добрый час и ты и я. Не за синими морами, не на диким островку. Ты не в городе, не в осном, не на личном городку. Жили-были, жили-были, мы жили-были с тобой. И была у нас эта песня на двоих одна любовь. Писал вагон паперы с думок искры выкрасал. На тебе одной, поверь мне, верш прочул и написал. Может, вышел я мне славный, верш взят мне Сталин здесь. Али в этой ряды смолы полтора лакошный день. Жили-были, жили-были, мы жили-были с тобой. И была у нас я песня на двоих одна любовь. Живем, сгоримся, я самотный с той поры. Ты король, ты королевич, а Максима не кипрым. Ты пошла ему на сустрач, я не смог тебе спынить. Только цоколи абхазы бытом сердца в тишине. И расстала разом каска там, где мы жили с тобой. Где была у нас эта песня на двоих одна любовь? Я же мне в любви своей признаться, мой родный край удаливший лесов. Тим, чаровный спев птушины, витай, що дзьона ранішнія промні, і захопляться клёкотом муслини. Як же мне в любви своей признаться, мой родный край, озёр и верасов.
ключ. Молоток. На 40 ключ. Ну. Ну что ж, от имени наших девушек спасибо вам. Мне? Спасибо. Ну? Внимание! Начинаем отсчет. 3, 2, 1. Минуточку! Мою помойте! Начинай! 3, 2, 1. Вот! Чистая. Веселей, веселей. Вы что строите, а? Ну, ферму. Для крупного рогатого скота. Так и работать надо по-крупному, ясно? Ясно. Мы быстро. Так у тебя ж контакта нет. Так вот, почему мойка-то не сработала? Эй, а у тебя был контакт? Будет. Есть. Ну вот и все. Для решения любой задачи нужны алгоритмы, то есть правила. Ребят, кирпичику подать надо. Подождите, вы неправильно действуете. Почему? Прежде всего, нужно найти алгоритм наиболее рационального поднятия кирпича. А тебе нужно точно рассчитать по формуле. Итак. Смотрите, вы совершенно правильно решили задачу. Сначала нужно заполнить поддон. Да. Академик. Шура, помог бы кирпичик поднять. А что? Можно, можно. Прошу.
Лаская приходить светом зорок таємничих, полем місяць дивний бродить, на купалі мене кличе. Ой, ти ночка, чарівниця, откажи мені. Лясная, где купали кава дочка, для яе вянки сплятае. Ой, ты реченька, принишка, запрымайся на хвилинку, где моего свитання знишка.
Мы еще пригодимся искусству. Ну-ну. Подвиньтесь. Косил я с песни старая, а звучать по-новому может. Как? Косил я с конюшину. 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 Поглядал на девчину. Жито жало, а девчина жито жало, а девчина жито жало, а девчина жито жало, а девчина жито жало, ты на Яся поглядала, а девчина жито жало, ты на Яся поглядала, тихая, 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 сподобался ты мне. Кину яська косі, пошел мамку просить, кину яська косі, пошел мамку просить, люба мамка моя, люба мамка моя, люба мамка моя, а женишь ты меня не. Спасибо вам, товарищи песняры. Ребят, ну вы все должны петь в нашем хоре.